нашем эфире Роман Власов, олимпийский чемпион и победитель гран-при Ивана Подобного из своей категории до 74 килограммов. Роман, есть информация, что вчера у вас была температура, не было возможности, может быть, сняться с турнира. Вот как вы все-таки выстояли и решили выйти на этот турнир и победили в итоге? Да, действительно, вчера была температура, и сегодня вот перед финалом я измерил 37,2. Но как бы это такая невысокая температура. Если я уж начал бороться, то уже бороться до конца. А если сниматься, то бороться, то сниматься надо до соревнований. Когда уже начал, уже все мысли убрал и шел только вперед бороться. Конечно, было тяжело, не хватало сил иногда. И тем более я в финале боролся со своим другом Александром Чехиркиным. Он мне всегда очень помогал. И мы все знаем друг друга, сильные и слабые стороны. Поэтому, естественно, далось немножко нелегко, я бы так сказал. Но рядом был тренер со мной. На трибунах сидели мои земляки, которые поддерживали меня. Брат был рядом. Все помогали. Им за это спасибо. Я думаю, благодаря им я и одержал победу. Вы единственный состав олимпийской команды, кто принимает участие в турнире подобного. Да и помимо этого, сейчас проходите службу в российской армии. Вот откуда вот эта принципиальность? То есть вот мужчина должен везде успевать. Вот как вот это, вот где берете вот в себе внутренние силы, чтобы быть везде и всегда? Ну, насчет армии, то после Олимпиады у меня просто было время. И я знал, что у меня нет службы. И я пошел как бы служить, у меня было время. Пошел, потому что это мой долг. Потому что каждый мужчина должен служить в армии. Естественно, мне это не мешает, так как меня отпускают. И я могу тренироваться, могу посещать сборы. И мне добавляет это сил, потому что сейчас возле телевизора, возле компьютеров сидели бойцы, армейцы, которые поддерживают меня и которые болеют за меня. Я подружился с ними, они очень хорошие ребята. Это, конечно, мне добавляло сил. А насчет турнира подобного, то главный тренер и мои земляки, Виктор Михайлович Кузнецов, они мне сказали, что все-таки нужно бороться, потому что после Олимпиады прошло полгода, и уже нужно было стартовать, потому что впереди ответственный год, Кубок мира, Европа. Конечно, не везде собираемся бороться, но нужно быть готовым ко всему. Естественно, нужно было сделать этот старт, этот сложный старт, потому что соревнования – это возможность проверить свою подготовку, свое состояние, свой уровень готовности. Никакая тренировка не сравнится с участием в соревнованиях. Поэтому я рад, что сегодня я стал чемпионом, что прошел еще один этап. Сейчас уже начался путь к новой Олимпиаде Рио-де-Жанейро, и поэтому нужно уже зарекомендовать себя уже с самого начала цикла, показывать высокие результаты. Дай Бог сил, здоровья. Буду идти только вперед. Спасибо, Роман, с победой вас. Я благодарю Романа Власова за это великолепное интервью. Слова не мальчика, но мужа, слова настоящего мужчины. Да, здорово сказал, конечно.